В рамках концепции развития фирменного стиля Мострансавто обеспечивает структурные подразделения брендированными автошинами. Люберецкий филиал Мострансавто получил очередную партию корпоративных покрышек. Как продвигается работа по переобувке автобусов, узнала съемочная группа нашего телеканала. Брендированные покрышки – часть фирменного стиля Мострансавто. Люберецкий филиал получает их по мере необходимости. С марта поступило 220 единиц. Последняя партия – 30 штук. Мы в обязательном порядке следим за состоянием резины, меняем их планомерно. Специалисты технической службы занимаются переобувкой как на территории Люберецкого филиала, так и в наших производственных базах. Это в городе Лыткарин и в городе Жуковский. Люберецкий филиал заказывает корпоративные покрышки всех имеющихся размеров для автобусов малого, среднего и большого класса. Основная доля приходится на ЛиАЗы и ГАЛАЗы. На складе предприятия для плановой замены изношенных автошин сформирован резерв. Последней партии хватит, чтобы переобуть 5-6 автобусов. Бортировкой занимается Вадим Попков. Процедура длится не более 5 минут. Подгон покрышки и диска происходит на разбортировочном станке. Чтобы не порвать покрышку, и легче, чтобы она села на диск. Обязательно помазать мыльным раствором. Автопарк Люберецкого филиала Мострансавто насчитывает более 350 единиц. Ежедневно на маршруты выезжают 314 автобусов. 280 из них стараниями Вадима и его коллег уже переобуты. Гарантия на покрышке 5 лет. Качество покрышек отличное. Они разработаны с учетом характерных для пассажирских перевозок повышенных нагрузок. Они устойчивы к проколам, к порезам, к износу боковин. У них отличные дорожные качества. Они отлично держат дорогу, повышают комфорт вождения и пригодны при любых погодных условиях. В день мастер бортирует от 10 до 15 автошин. В Люберецком филиале прогнозируют, что с учетом темпов работы и необходимости в новых брендированных покрышках весь автопарк предприятия удастся переобуть к концу года. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.